Всем здрасте! Сегодня мы поговорим о моем прапрадеде Поминове Иосифе Михайловиче, который родился в 1912 году. Он ушел на войну добровольцем, хотя имел семью из двоих детей. Прошел всю войну в пехоте, но до Берлина не дошел, поскольку его ранили в Венгрии, и из-за этого он попал в госпиталь. Он о войне ничего не рассказывал, потому что не любил об этом вспоминать. Говорил, что это было счастьем, когда перед пехотой шли танки. Танки защищали пехотинцев от снарядов и пуль. Он перед битвой каждому выдавали по 100 грамм водки. И он их менял на махорку, чтобы в битве мыслить верно и правильно. Он был 4 раза ранен во все 4 конечности, но все на вылет. Это было огромное везение. Он вернулся домой живой и здоровый, но еще очень долго ходил в атаку во сне и кричал «Ура!». Это его первая фотография. Вот. А это его портрет. Всем спасибо, кто меня слушал. До свидания.